Тебя огорчает современное состояние игровой индустрии. Тебе хочется суперигру, а разработчики втирают какое-то консольное дерьмо. Подписывайся на Вономаса. Вместе мы заставим этих подонков выкатить что-то достойное. Нас уже более 5000. Всем здорово! Настало наконец пора поговорить о консолях, о том, почему они являются дерьмом. Дело в том, что все знают, что я так считаю. Но как бы я официально такое видео не делал. Странно, что я его не сделал еще достаточно давно, но просто не было времени. Как-то я потому что постоянно видео говорю, да, то сюда, но как бы. Если кому-то отослать к моему мнению, некуда сказать, да, ты иди посмотри, я там сказал про консоли. Сейчас будет такое видео, и всегда можно будет его посмотреть, короче, и узнать, что я думаю, собственно говоря, про консоли. Итак, начнем. Я, короче, считаю, что они полное дерьмо. На самом деле, не я один так считаю, очень много людей, кто так считает, но не все, да. Вот, с другой стороны, есть дофига народу, которые считают, что консоли это, бля, пиздец, круто и так далее, нахуй. И я просто расскажу свои аргументы, мне похуй, кто как считает, блядь, кто будет говорить, что ты не прав, нахуй, что, короче, ебать, ты вообще нихуя, мне, блядь, похуй, короче, наше мнение. Я просто, короче, расскажу, как я считаю, и как бы чисто обосную, да, то есть. Давайте постепенно как-то начнем, то есть у меня нет конкретного плана, о чем я буду говорить, я просто постараюсь высказать все, что я знаю, не забыть попытаюсь, ну в крайнем случае я потом сделаю версию 2.0, в которой, что вот сейчас, предположим, если забуду, расскажу, или там еще кто-то что-то напишет и так далее. Давайте просто начнем так вот постепенно. Вот, консоли, они вышли Xbox вышел в конце 2005 года, PS3 вышел в конце 2006 года. То есть, на тот момент у них железо было, короче, топовое, но на тот момент, ну, топовое, это просто тупо взяли, к примеру, видеокарты, это обычные были видеокарты, это в PlayStation 3 уровня 7900 GTX, короче, видеокарта, а в Xbox там какая-то AT Xenos, забыл, это 6... то ли в 900, ну, короче, какая-то там тоже была такая на тот момент топовая, но на тот момент, и они как бы даже считалось, что они, железо их дороже стоит, чем они продаются, да, то есть они 500-600 баксов стоили, а если железо собрать, там, цел процессор в PlayStation 3, вот так это рекламировали, цел, это наше будущее, это пиздец, сейчас, короче, прошло, этот цел вообще нихуя нигде не применяется, нахуй, короче, никому не нужен, вот, и считалось, что стоимость как бы дороже, да, если это железо собрать, на тот момент. Они жутко грелись, потому что топовая видеокарта, вот такая вот коробочка, и там топовая видеокарта. Естественно, блядь, это греется нахуй процессор. Вот, там много проблем. Ну ладно, хуй с ним. На тот момент это было круто. Произошел действительно определенный рывок. К примеру, вот вспомним игру Most Wanted. Да, она такая, блядь, она по сравнению с предыдущей частью. Что там было? Underground 2, что ли, какая там хуйня, короче, была, Carbon, блядь, не, Carbon это потом. Underground 2, наверное, была, действительно, там был скачок офигенный, это было круто, там какие динамические тени туда-сюда, мне эта игра очень нравилась, и да, это было, но не только это, еще какие-то были, там, Gears of War, потом, блядь, вышел нахуй, еще какие-то, короче, игры, и да, был скачок, но он был такой единоразовый, да, то есть потому что потом все игры, которые выходили, они не были круче этого технологического уровня, они, блядь, так вот застыли, блядь, на этом фактически 2005-2006 год, ну фактически конец 2005, потому что хоть, блядь, PlayStation вышла позднее на год, это не значит, что у меня железо круче, оно, блядь, на том же уровне, что у Xbox, фактически игры, они в основном, как бы, да, делают одинаковые, то есть блять, она на PlayStation 3 не будет круче выглядеть, хотя некоторые любят говорить, что, о, блять, эта игра, к примеру, на Xbox выглядит лучше, или там, короче, выглядит лучше, хотя, если она и выглядит лучше, то это пиздец, насколько мало. Единственное, что я согласен, может быть, иногда вот бывает, говорят, что тормозит меньше, да, к примеру, на PlayStation 3 она, блять, больше тормозит, вот это может быть, потому что процессоры очень сильно разные, один там двух-трехъядерный, другой, блядь, восьмиядерный, короче, они очень сильно по архитектуре разные, поэтому, блядь, вот так вот получается, вот. И, естественно, сейчас, блядь, через 5 лет это любой, блядь, нормальный человек, вот 5 лет в компьютерном мире, любой поймет, что, нахуй, то железо просто в дерьмо скатилось, просто в дерьмо, нахуй. И говорить сейчас некоторые говорят, блядь, да сейчас графика лучше, блядь, на консолях она лучше, блядь, это каким, нахуй, блядь, каким кирпичом уебали по башке человеку, чтобы он так говорил, пиздец, это какой даун, блядь, он на тройке максимум учился, блядь, и продолжает учиться, потому что сейчас, блядь, максимум в 5 классе, пиздец. 5 лет прошло, и
думает, что, блядь, пятилетнее железо будет, нахуй, лучше, чем, блядь, на ПК, нахуй, пиздец, каким долбоебом надо быть. Моя видеокарта, говорят, у тебя говно видеокарта, блядь. Я вам сказал, это 7900 GTX, а у меня видеокарта круче, чем 8800 GTX, блядь, кто не знает, а кто сейчас будет что-то пиздеть, блядь, идите нахуй, вы просто нихуя не разбираете, вы не знаете, что такое GTS 250, блядь, вы дебилы, блядь. И вот это, она в два раза, считайте, мощнее видеокарт, короче, которые стоят в консолях, в два раза, и что-то там пиздят, блядь, про консоли какие-то, ебать, какими даунами надо быть, пиздец вообще, нахуй. Она по технологичности гораздо круче, там и техпроцесс меньше, и DirectX 10, а в этих в помине нету, это 8800 GTX, это первая видеокарта, в которой DirectX 10, нахуй, а в этих просто вообще нету. Пиздец, какими дебилами надо быть. И ладно, хер с GTS 250, блядь, другие есть видеокарты, гораздо в несколько раз мощнее. И как нужно таким долбоёбам быть? Дальше говорят, блядь, там на консолях, блядь, Full HD хуйня, блядь, Full HD, блядь, там три игры Full HD, которые, блядь, графика, короче, говёная, и их можно на Full HD, потому что, блядь, если графика получше, там какая-нибудь, блядь, мультяшная, нахуй, хуйня, блядь, а другая просто вообще, короче, не пойдет нахуй, поэтому вот так она там, блядь, Full HD. Основные все игры, они просто, блядь, вот это HD, нахуй, 1280 на 720, как я играю, блядь. И когда у тебя вот такой, блядь, телевизор, нахуй, 40 или 50 дюймов, вот это 1280 на 720, там, блядь, вот такие вот, нахуй, пиксели, блядь, сука. Ебать, еще говорят, блядь, ну там хуя моя, блядь, графика крутая, блядь, да вы подойдите к телеку, я вот видел вот такой телек, 32 дюйма небольшой, к примеру, вот я к примеру привожу, я на, и на больших видел, блядь, там подойдешь чуть поближе, там вот такие вот пиксели, нахуй, а какой хуйне говорят, там памяти, короче, PlayStation 3, у нее видеопамять 256 сраных мегабайт, у меня нахуй гигабайт, а там 250, у тебя комп говно, блядь, ты дебил, блядь, у меня 256 мегабайт, а у Xbox 512 на все, блядь, это и оперативно, и это, она разделяемая память, то есть все, блядь, ебать, 512 мегабайт, охуеть, блядь, у меня сейчас 8 только гигабайт, нахуй, и то, вот. И говорят, зато операционная система не весит, блядь, да сколько этой операционной системы весит, она там, ну, пару сотен мегабайт, хули, у меня вот было даже на старой конфе 2 гигабайта, только оперативный, еще плюс гигабайт этой, блядь, о чем тут, ну, железо, старье, вообще полное галимое дерьмо. И говорят, а там оптимизация лучше, это, блядь, консоли. Ага, сосите хуйца, блядь. Видеокарты, блядь, обычные. По какой код под них может быть оптимизированы? Обычные видеокарты, у них то же самое, как на компьютер разрабатывают. Тот же самый, блядь, DirectX и так далее. И все эти оптимизации, это, блядь, гон для дурачков. К оптимизации, блядь. Да, консоли, блядь, такие дебилы, блядь. Дальше говорят, консоли, блядь, дешевле. Компьютер-то, блядь, дорого, нахуй. Ага, компьютер. Компьютер ты купил, это его для всего, короче, и для, вот я, к примеру, и монтаж тебе, и рендеринг, и интернет, и фильмы, и, блядь, по работе, если кому что там надо, и Excel всякой, и почта, и, блядь, я не знаю, и Skype, и так далее. А этот, блядь, видео, хуй, ты что, ты только, блядь, играть будешь, и телевизор надо, кстати, купить. Люди тоже говорят, ну, блядь, компьютер надо каждый год апгрейдить. Ага, апгрейдить, вот каждый год. Я вот 2 года не апгрейдил, и ничего более-менее, и можно и больше, короче. А если ты апгрейдишь, ты получаешь, опять же, качество. Ты не только на эти игры получаешь, а ты вот опять же, да, вот я стал рендерить, у меня гораздо быстрее. Это мне лично выгода. Это я не потому, что я купил только ради игр. И кроме того, разрешение больше. Я хоть и не любитель разрешения, но все равно оно больше. И на некоторые игры, короче, ПК графика лучше, хоть в основном консольщина, короче, идет, но графика все равно лучше, только дебилы говорят, консоли, блядь, да ты вас, Full HD даже разрешение будет, у вас антиалиасинга нету, там нихуя ничего нет, DirectX 11, хоть там и немного чего, но все равно, блядь, у вас этого нихуя нет, только дебил может думать, что там графика крутая, а другие говорят, а графика, блядь, не главная, ну ты играешь в свою сраную PlayStation 2 или PlayStation, нахуй ты, блядь, в PlayStation 3 ты пришел, если графика не главная, играй в Dendy, блядь, графика-то нахуй не главная, блядь, в Sega играй, пиздец. У меня у самого была Денди, ну, вы скажете, у тебя Денди была консоль, да, а хули у меня компа-то не было, блядь, если бы у меня на тот момент был комп, мне бы эта Денди вообще ни в жопу не упала, и Сега у меня потом была, то же самое, у меня не было компа, если бы был тоже мне, эта Сега ни в хуй бы не упала просто, вот, поэтому я играл, просто не было, как, и просто Денди, она была дешевая, да, комп тогда все равно дорого стоил, а Денди стоил там 100 рублей, но это было, ну,
как сейчас 1000 или там 2000 рублей, короче, а комп стоит 30, да, ну хуй тут. Тут вообще любой поймет, что если денег нет, то вот такую покупаешь. Это не из-за того, что, блядь, консоль, нахуй. Я мучился, мне компьютер купить или консоль, блядь, пиздец, дебил. Дальше говорят, вот говорят, дешевле, да? Блядь, игры для консоли стоят 2500, нахуй, рублей, сука. Че лампочка погасла, блядь, я только что зарядил, сука. 2500, как? Где дешевле, блядь? 2500 за сраную консольщину? Консольную игру, говнище, блядь, 2500 за это говно. Блядь, за ПК ты еще подумаешь, чтобы 20-30 баксов отдать за игру за ПК. Ну, за многие можно, да, там Battlefield, там еще есть такие нормальные игры, там можно отдать. Но за остальные ты, блядь, подумаешь, а тут, блядь, 2500, ебало. Может, есть какие-то распродажи подешевле, но все новые игры, которые выходят, они стоят, блядь, 2500 примерно, вот. И блядь, одна нахуй, 10 игр купить, это 25000, это новый комп современный, на котором ты еще будешь рендерить, блядь, видео смотреть, интернет, миллион вкладок, хуй знает, что вообще делать с компьютером. Компьютер это, блядь, универсальное устройство, которое все делает, это 10 игр, а 100 игр нахуй, 250000 рублей, блядь, ты еще машину, блядь, купишь, еба, 100 игр, да я вообще смотрел за все время, блядь, не сотни, а... Больше, наверное, 100 игр, у меня вон сколько обзоров, блядь. То есть, если бы я платил по 2500, ебать. Дё, это дешевле, блядь. Блядь, консоль, это дёшево, нахуй. Пи, какой долбоёб, это говорит. А если кто-то ломает консоли, то тоже тут, блядь. Ты консоль сломал, и ты сразу лишаешься мультиплеера и так далее. Потому что тебя банят, короче, и ты уже не сможешь играть. И нахуй такая консоль, если сейчас все игры, в основном, в громадном большинстве, все под мультиплеер заточены, блядь. На компе ты, ладно, ты скачал какую-то, тебя никто ничего не забанит, ты потом другую купил, да, другую серию, и ты играешь в мультиплеер, я там играю в Battlefield, там, ну, у меня многие есть лицензионки вообще, я во все могу играть, ну, я не во все играю, блядь, просто мне некоторые игры ни в хуй не упали, но другие играют, Battlefield играю и так далее, а там, пиздец, тебя забанили и все, и ты ее взломал, кроме того, PlayStation 3 долго нельзя было взломать, ее не так давно, короче, сделали, чтобы можно было взломать, поэтому... Такой гон, бля, Xbox взломать, их еще, кстати, взломаешь, она еще может и нагнуться, короче, и хана может прийти, она сломаться может, вот. И они ломаются, если в интернете я там искал их, сломанных много. Ну, не все ломаются, но, блядь, это может сломаться, короче. Поэтому это такое, бля, говно. Озон даже купил, блядь, он PlayStation купил в мае, я вам сказал. И он ее же ща продавал, потому что он даже он, блядь, понял, что нахуй, с чем он связался, что это нахуй надо продавать и... Нахуй он, короче, вообще купил. И он продавал за 9 тысяч, хотя она стоит минимум, считайте, ну, примерно 13-12 тысяч PlayStation 3. И плюс еще две игры за 5 тысяч, это считается 17 тысяч. А он за пол стоимости продал, потому что он понял, блядь, с каким дерьмом он связался. Ему эта приставка нахуй не нужна вообще, пиздец. Дальше, для нее джойстики, к примеру, для PlayStation 3 стоят 2700, вот этот джойстик DualShock. Ебать, вся приставка, ну, к примеру, Xbox стоит 8 тысяч, самая дешевая. А тут один джойстик 2700, ебать, вот этот джойстик. Ну да, он неплохой по качеству, ну а чё, блядь, 2700. Один джойстик, два джойстика уже, блядь, 5 тысяч, больше 5 тысяч. А еще приставка-то пиздец, а дешево, охуеть. Все эти Kinect'ы, Move, это чисто развод маркетинговый. Их придумали, чтобы действительно продлить жизнь приставкам. Типа круто, блядь. В рекламе-то, конечно, блядь, круто, там баба какая-то сиськами, блядь, трясет нахуй, машет вот этим членом, блядь, или перед этим кинектом, блядь, машет. Выглядит круто, да, только все, кто играет, это нахуй никому не упало, потому что это такая хуйня, этот Wii, вот это вот, блядь, вот это вот, теннис, я в теннис играю, такой, блядь, я со стороны видел, мне даже желание в это поиграть, потому что я вижу какое-то уебище, или вот это вот, машинки их, типа, ты такой... И это вводишь, блядь, типа такой, да? Ты вот так вот руками вот так вот взял, и типа, да, блядь, это пиздец, у меня слов нету. Они, видимо, не знают, что такое обратная связь, да? Даже в этих сраных рулях там есть обратная связь. Хотя это к реальности вообще никакого отношения не имеет. Я-то знаю, я вожу тачку и как бы знаю, что это совсем другое. А вот это вот, блядь, ручками, это охуеть, да, это прогресс, блядь, это революция. Я такое разводил, вот такая хуйня, это пиздец вообще. PlayStation, это Move, это вообще как с Nintendo съебали, который еще хуй знает, когда вышел, Wii. И вот эта вот махаловка, блядь, пиздец, ладно, короче.
про это забьем. Дальше что, про игры, да, говорят, эксклюзивы нужно купить ради эксклюзивов, блять. Там эксклюзивов реально стоящих, скажем так, относительно, их, блядь, 3 штуки там, ну не 3, там 10, блядь, там, Alan Wake какой, и то они еще раскиданы по 2 консолям, то есть ты, блядь, чтобы все эксклюзивы играть, нужно 2 консоли, а не одна, прикиньте, не одна, а 2, например, же Gran Turismo, она только на PlayStation 3, и ты, значит, если ты хочешь Gran Turismo, ты только PlayStation 3, а там какие-то, я сейчас не буду, чтобы соврать, там какие-то только на Xbox, там, может, Halo какая-нибудь, ну, Halo мне вообще нахуй упал. Но вот я перечислю, которые более-менее как бы относительно достойны внимания, и тут же их разоблачу, да, это, ну, из известных просто, это Red Dead Redemption, это Alan Wake, это этот, блин, Heavy Rain, из таких суперизвестных, да, разрекламированных, это может быть Mortal Kombat, хотя это менее такая, ну, именно, ну, Mortal Kombat, блядь, их 100 частей было, да, это очередная часть, как бы, хуйня. Это Gran Turismo, как я сказал, ну, еще какие-то, может, забыл, но вот это вот основные я назвал, там, что же, Halo какой-нибудь, это, по-моему, хуйня какая-то вообще ебанутая, вот. Вот тут же скажу, Red Dead Redemption, да, говорят, это, блядь, GTA, нахуй, на конях, блядь, я GTA только люблю, потому что я машины люблю, и поэтому я только GTA люблю. И небоскребы тоже неплохо, как бы, вот это уберите, вот то, что дали этот вестерн ебаный, так это такая хуйня, нахуй мне этих коняшки, GTA на конях, вот нахуй мне GTA на конях, я GTA люблю за машины, это угон машин, нет машины, это уже не GTA, мне эта игра нахуй не нужна, я смотрел, вот Озон, единственный смысл, что он купил, он эти приставки, он сделал эти 10 или сколько там видео прохождений, там, Red Dead Redemption, он что-то там пищит, нахуй. И он посмотрел, блядь, ну я и другие, я и скриншоты смотрел, да там же унылая хуйня. А скриншоты я ссылал, там графика-то позорная вообще, там же, там и полигонов мало, и, блядь, и гаммы говно, и травки нету, там такой ебать, и... Говорят, там крутая графика, ебать, я прям скриншоты специально смотрел, такие, да, разные смотрел, которые типа, ну вот они, вот скриншоты, не видео, видео может быть там хуже качество, я скриншоты смотрел, блять, говно реально, графон там, там ни о чем, графон там, блять, GTA 4, может лучше будет, во. Дальше, GTA 4 на ПК, это можно сделать моды ENB, да, вы знаете, там супер графика, честно говоря, мне не очень нравится, но все равно она улучшает это отражение, это... Текстуры улучшены, а на консольках, естественно, этого нет. Дальше что хочу сказать. Вот, Red Dead Redemption, я сказал, да, это разводилово, это, блядь, ну... Может, она и лучше какой-нибудь стрёмненькой игры, да, Spider-Man какой-нибудь, но так, в принципе, это хуйня. Дальше что, Alan Wake, ну, блядь, там какой-то придурок ходит и... Смотрел графику, она мне напомнила James Bond, Blood Money, ну, блядь, вот Bloodlines, вот которая последняя была, да, осенью, я тоже смотр делал, вот примерно напомнила графику, такая какая-то более, там такая гамма прикольная такая, ну вот прям реально напомнила очень сильно на самом деле, и там опять же графика, она только если чуть издалека, потому что там от третьего лица вид, и он, да, издалека, то есть ты не можешь текстурку посмотреть, и поэтому она чуть лучше смотрится, а если приблизить, там будет видно, что текстур нет, потому что, я сказал, 256 мегабайт в PlayStation 3 памяти, блять, там никакие текстуры в принципе не влезут, там места просто нету, это старинные эти чипы, и они много полигонов не могут молоть, на тот момент это было много полигонов, вот то, вот что там, да, какие игры были, вот, я сказал, Gears of War, там, Most Wanted, еще что-то, на тот момент, да, а сейчас это вообще не катит, сейчас готовые лучше гораздо могут, короче, ПК-шные новые чипы, ну, в 10, ну, в 10 раз, да, там, наверное, производительность выросла где-то в 10 раз с того времени, в 10 раз, это ебать. Вот, дальше про что я хочу сказать, этот, блин, Heavy Rain, я посмотрел там геймплей, бля, это такой, бля, там, ходить какой-то хуйней заниматься, блин, у меня даже слов нет, что это за хуйня, это не экшен, это ничего, это говорят там новый жанр, это такая, блядь, такая хуйня, это ради этого это пиздец, дальше, ладно, не буду говорить, это говно полное, это, блядь, как его, ну вот это из последних, Ля-Нуар, да, или Ле-Нуар, как там, Ля-Муар, короче, блядь, там графон я посмотрел, говнище полное, Мафия 2 гораздо лучше, Мафия 2 лучше, и нахуй это вообще, да, вот это, хотя Mafia 2 тоже вышел на приставках, но как бы я имею в виду, что ну, она же вышла тоже на ПК, она не эксклюзив, да? А это типа эксклюзив, и как бы ебать, ну вообще какое-то говно прям реально параша, в общем.
дрочит на нее, не знаю, что дальше. Гран Туризмо, говорят, там охуенная графика на ПК, вообще не снилась. Бля, там люди картонные, пиздец, там даже 3D-модели нормально могли сделать. В древнейший Underground 1, древнейший, там помните, там начиналось с чего, что там у кого были видюхи с шейдерами, а тогда не у всех были видюхи с шейдерами, там баба вот так вот, короче, делала на старте. Так вот, тогда 3D-шные бабы были, тут, блядь, 2003 год. Сейчас, бля, вышло в 2010 году GT5 в конце. Там люди картонные, там деревья такие, они тоже картонные, такие поганые, там издалека видно, что они говнище полное, пиздец. То есть, и говорят, графика крутая, бля, это вообще дебилы какие. И физика там, ага, на джойстиках, блядь, играет физика там, на джойстиках будто что-то реальная физика может быть. Нормальные симуляторы, которые есть на ПК, там на клаве вообще играть нереально, потому что все под руль. И это не потому, что они что-то как-то, потому что нормальный симулятор, для него нельзя с клавы играть вообще никак. Ну, блядь, я даже не знаю, как объяснить, это любой человек нормально знает. Вот. На приставках нету мышки, да, то есть она как бы есть, ее можно купить как отдельный аксессуар, но, естественно, ее никто не покупает, потому что, во-первых, достаточно дорого стоит, а наши нищеброды как бы не купят за 2000 или 3000 мышку, и, во-вторых, если ты типа за телеком, весь кайф ломается, да, куда ты ее, столик, непонятно вообще, и клавы нет, или клаву тоже можно купить, и как бы хуёво вообще получается, как бы... Ну, это уже не консоль, да, и поэтому реально никто, блядь, единицы, наверное, покупает, никто не покупает, поэтому фактически, можно сказать, нету мышки. А как можно в шутерах, вот в стратегии, почему нет на ПК, ну, или практически нет на консолях, нету стратегии, блядь, потому что там нельзя с джойстиком вообще никак играть. Ну, там, может, пару штучек есть, там стратегия какая-то ее сделали специально для консоли, потому что там голосовое управление, забыл, вот как, ну вы помните, я на нее смотр делал, голосовое управление специально сделали, потому что знали, что нету ни мышки, ничего и как, ну вот вроде голосами, нихуя ничего не распознает и так далее, поэтому провалилось, короче, вот, поэтому стратегии как жанра там вообще фактически нету, дальше, короче, шутеры, да, это очень большой пласт игр, там нельзя, как ты с джойстиком будешь целиться. Я всегда думал, как это? Потом я купил PSP, я поиграл, я понял, что я как и думал, что это невозможно. Это так и невозможно и есть. Это такая порнография. С джойстика целиться, блядь, такое порно. Я пиздец, у меня слов нет. Это такое... Ебать, вообще нереально. И говорят, да, что если бы устроили дезматч, там, и ПК игроки против консолей, то консоли просто... Ну, даже, по-моему, делали так, они просто сливают, хоть там какой мега-задрот, он, ну, это просто нереально, потому что против мышки. Вот, и поэтому ущербное по элементам управления консоли, и это пока что ничего не придумывают, да, потому что формально мышка есть, но ее никто не покупает, денег особо нет, и, ну, не знаю, блядь, мне похуй, у меня консоли нет, я поэтому не знаю, почему не покупают, но это факт, что мало их кто покупает, да, иначе бы такой проблемы просто не было, что говорили, что... В шутерах туда хуя моя, короче. И поэтому, получается, все консольки это, блядь, за ящиком нахуй спрятаться и там высовываться, и вот так вот, блядь, стрелять, как в Deus Ex есть режим, когда ты просто из-за ящика палишь, да, не прицельно, а он просто вот так вот высовывает и палит, типа, отпугнуть. То есть, вот эта вот консольщина, это пиздец. В итоге, что мы имеем? Мы имеем, что из-за этих консолей древних сейчас все игры тормозятся, потому что, типа, основные продажи, блядь, идут на консолях. И все, нет смысла заморачиваться и делать крутую графику на этом, на ПК. И делают, ну, редко, да, очень редко. И видите, консоли как бы тормозят, да. Вот тот же Battlefield 3 выйдет, там вроде бы он, там минимум DirectX 11, потому что на XP она не пойдет. И что-то делают, но я так посмотрел, и я и демку, в демке там вообще позорно выглядит, но как бы... В бете, да, я как бы ролики смотрел, там вроде покруче, но там не приближают, то есть текстурку-то не посмотришь, там просто чисто за счет освещения какой-то покруче сделали. Естественно, на консолях это в помине ничего не будет, вот, и просто Battlefield, они на ПК прежде всего ориентируются, и на консоли тоже делают, но они как бы для ПК, они очень много фишек, там, например, 64 игрока, а на консолях так нельзя будет делать, ну и так далее, да. Вот, кризис вроде тоже скатился, как бы немножко унылое говно, да, потому что на ПК тоже вышел, как бы, но все равно очень прилично, еще неизвестно, как на приставках оно
Потому что я не знаю, как оно идет, там должна быть графа назначена хуже. Вот. Дальше на приставках говорят еще не тормозит, но на самом деле, как мы знаем, есть игры, которые на приставках тоже подтормаживают и там падает до 20 FPS или даже меньше иногда, да. Вот, но это хрен с ним, что они там не тормозят. И поэтому получается, на самом деле, давайте еще раз перечислим, что эксклюзивы, да, я сказал, их единицы, которые действительно крутые эксклюзивы. Ну вот Mortal Kombat, ну блин, ну Mortal Kombat были на всех приставках, вот какой смысл на там Xbox, там, ну вот я, блин, ну хер с ним, я в детстве поиграл в Mortal Kombat, меня не тянет в это играть, к примеру. Я смотрел обзор Мэдисона, он там, в общем-то, правильно все сказал, что это заебывает очень быстро, на самом деле, там, 2-3 часика поиграл, уже можно на свалку тащить. Вот, или там говорят, там, бокс какой-нибудь, да, этого нет на ПК. Но мне бокс вообще ни в пень как бы не упал, и вот. И те, вот то, что я перечислил, Red Dead Redemption и так далее, в общем, я сказал, что, да, там нет ничего крутого ради этих пары игр, тратить дохуя денег, вот, к примеру, да, вот, мне мало купить эту, мне еще нужно вот такой телевизор купить, это тоже... как бы деньги, это большие, да, гораздо больше, чем приставка. Приставка 8-13 тысяч, а телек, он там, ну, минимум 20-25, да, можно и больше, вот. Поэтому глупо говорить, что только в приставку, а телек мне он так не нужен. Кто-то скажет, ты телек не для консоли, да, а я просто телевизор не смотрю, вообще, мне, как бы, первый канал, мне все ни в пень не упало, в общем. Вот, и, а если какой фильм посмотреть, я прекрасно смотрю на своем мониторе и, в общем, не плачу от того, что он как бы небольшой, мне полностью устраивает размер экрана на самом деле, вот. И дальше, вот, поэтому, короче, нет никаких, да, реальных эксклюзивов, таких крутых, что там это, считайте, что нет, или ради трех игр покупать это, в общем, полная хуйня. То, что дешевле, я сказал, да, телевизор надо купить 25-30 тысяч минимум, игры по 2,5 тысячи, в общем, это полный гон про хуйню дальше, про то, что дешевле дальше. ПК, да, нужно апгрейдить, я сказал, что апгрейдить каждый год, это только бараны приводят такой, этот минимум 2 года, а лучше даже 3, вот, и не нужно нихера апгрейдить его каждый год, это, блин, только дебила приводит такой, как бы, это... довод, да. Другие говорят, короче, на диване лежать. Ну, блин, мне в любом случае не интересно на диване лежать. Это, по-моему, херня какая-то, да, на диване лежать, играть. Ну, очень сомнительное удовольствие, на самом деле. Я уже сказал, мышки нет, да, считайте, потому что это нестандартный аксессуар, и под него игры в основном не точатся, консольные, в основном все вот под этот гребаный джойстик. Дальше, что еще приводят люди... Ну, люди, на самом деле, я уже основные все аспекты разобрал, сказал, что почему они тормозят, да, потому что в основном под консоли делают, а у них просто древнейшее железо, и люди, которые говорят, что, ну, это просто смешные, да, которые говорят, что там графика лучше на консолях, это, блин, ну, тут даже пиздец. Школьники только говорят, которые вообще не разбираются. И, в общем, все эти доводы, они как бы все разбиваются, ну, которые консольщики приводят. И, а те, что ПКшники, они как бы рулят. И хоть и говорят, что консоли и ПК-игры вымрут, это, блин, уже сколько лет это говорят, и я думаю, еще 500 лет будут говорить. Эту фразу еще говорили, когда вот эти консоли, вот это поколение не пришло, то есть до 2005 года, тоже говорят, это точно ПК умрет и так далее. Уже сколько лет умирает, и так умереть все и не хочет. И самые лучшие игры, там World of Warcraft, там Battlefield, они прежде всего на ПК, и в них по-нормальному можно играть только на ПК. И там стратегии во StarCraft, короче, второй и так далее. Вот, поэтому ПК абсолютно рулит, и надо консоли, наоборот, их, короче, с говном смешивать, потому что, ну, это так и есть, да, я бы не против, если бы они толкали все вперед, мир и так далее, но они реально не толкают, они, наоборот, тянут, короче, назад, поэтому консоли зло, по крайней мере, как сейчас, да, выйдет новое поколение, на тот момент, может быть, они опять дадут скачок, но, блядь, мы что, 10 лет, они выйдут в 2012-2015 году, мы что, 10 лет, что ли, будем ждать, чтобы... ну, 10 лет с 2005 года, да, практически, чтобы это, новый скачок, ну, это глупо, просто ПК, вот он, бери его, давай больше полигонов и так далее делай, но они вот тормозят, короче, козлы, поэтому консоль нельзя покупать вообще, игры тоже не надо покупать, это, вы когда платите 100 баксов, вы отдаете их
на Запад, вы поддерживаете их экономику, вы поддерживаете то, что сейчас американцы, они там в Ирак наводят свои порядки, да, Ливию там, убивают людей там, они это, вот эти повстанцы, это они, короче, все проспонсировали, потому что там никогда не было повстанцев, а с весны уже умерло там 50 тысяч человек, вот считайте, это все на совести США. И в Ираке, вот несколько лет назад, я помню, говорили, что за время боев вот этой второй иракской войны там 600 тысяч погибло и так далее, да, то есть это все американцы делают, и вы когда вот это вот еще покупаете за 2500, вы это все спонсируете им, чтобы они наоборот там авианосцы свои, и Россию они жмут, и везде тут радары, короче, расставляют, чтобы потом, сами понимаете, что, и вы поддерживаете, это не надо поддерживать на самом деле, вот, как говорится, если ты покупаешь эти игры, то ты поддерживаешь нашего врага, поддержи, короче, Россию, да, скачивай игры, вот. Поэтому я думаю, достаточно четко обосновал, что консоли как бы полное говно, да, разрешение у них мелкое, железо дерьмо, игры стоят дорого, мышки нету, эксклюзивы это распиаренная хуета, короче. Может, пару лет назад они еще эксклюзивы катили, но та же GTA 5, Gran Turismo 5, она вышла только год назад, да, она не вышла в 2006 году, она вышла только в конце 2010-го. И там, да, блин, я забыл сказать, что там, я вроде сказал, да, картонные люди, картонные деревья, позорные деревья. Это и люди говорят, это же каким надо быть идиотом, чтобы говорить, что там графика крутая, да? Если там такие деревья, то пиздец, вообще слов нет. Поэтому консоли, они как бы сосут, уебищные вообще, сама их суть вообще, и только дебилы, которые только говорят, что это круто, ну только дебилы, блядь, просто их доводы, это вот как ребенок, да, говорит вот ребенок, и он не понимает, ты ему объясняешь, а он еще, он маленький, он еще просто не понимает, ему что-то, не знаю, воспитательница в детском саде вбила или еще что-то, и он говорит, да, ты пытаешься объяснить, а он не знает, что такое интеграл или что такое процессор, и он не понимает, он говорит, это песочница, к примеру, круто, да, и это как Майнкрафт объяснять, но не понимают вообще люди, что это как бы фигня на самом деле, и вот, и так далее. Поэтому ставьте оценки плюс, да, потому что сами понимаете почему. Я только правду рассказал, ничего, короче, не приврал и так далее. Вот, ну и до скорого, друзья. Вот теперь бутылочек завались.